Привет! Вы на канале Микалина, и с вами я, Алина, и мои друзья Миша и Витя. Ой, я перепутала немножко. Они просто сиамские близнецы. И сегодня у нас Пятюня челлендж. Правила этого челленджа просты. Мы будем вытягивать бумажки, и там будут написаны разные животные. И с помощью фломастеров мы будем обводить нашу руку, либо две, чтобы нарисовать животного. Мы будем вытягивать бумажки, и мы даже не знаем, какие там животные. Возможно, там будут животные, которые мы даже никогда не видели. Абонент временно недоступен. Ну что, погнали! Камса-три. Камса-три. Алина проиграла. Алина последняя. Ага, нечестно. Нечестно. А я вообще не понимаю, что я поставила. Да! Я первый. Ура! Я второй. А если так? Ура! А если так? Алина! Если ты его перевернешь, ведь выпадут все листья. Ну, да, Миша, блин! Вообще-то суть была в этом. Работает мастер. Ашаляму алейкум. Удачное приземление. Молодец. Я могу попасть. Так это не удачное приземление, а твой шут. Я наконец-то беру бумажку. Потому что она пока рассмеялась, пошел что-то сделал. Интересно, что мне попадется? Кого ты можешь рисовать из своей руки? Пожалуйста, давай только несложно. Пожалуйста. Да еще и с помощью руки. И я следующий. Бэйби Шарк? И как я буду рисовать из своей руки Бэйби Шарк? Бэйби Шарк ту-ту. Если я тоже умею петь. А вот рисовать из руки. Бэйби Шарк. Никто не знает, как он выглядит. Маме шарк ту-ту-ту-ту-ту, маме шарк. Дэдди шарк ту-ту-ту-ту, дэдди шарк. Алина, пожалуйста, молчи. Дэдди шарк ту-ту-ту-ту-ту, дэдди шарк. Наконец-то я тяну бумажку. Потяни какую-то, чтобы еще больше. Не бэби шарк, только еще похуй. Павлин. Как ты это рисуешь? А можно только бошку рисовать? Давайте рисовать наконец-то. Давайте. Я сама вам добавлю. Не, спасибо. Ой. Ну давайте рисовать. Это прекрасно, но это только голова, ведь. Это
это лиса. Идеально, вы что, не понимаете? Верблюд, да, на лису. Подождите, я же еще должен разрисовать с помощью руки, это же будет вообще капец какой. Ну, пожалуй, буду рисовать павлина. Рисуй, давай. Не знаю как. У меня просто все пальцы грязные, это минус. Прекрасный хвост. А что ты рисуешь? Павлина. Не, ну я их вижу. Все пальцы черные. Не руку, а павлина. Как это рисовать вообще? Ну, у меня так попалось легче. Я могу просто ввести свои пальцы прекрасные, черные. Да, У павлина есть круг? Нет. Нет, да. Нет, у тебя есть. У павлина есть клюв. У всех птиц есть клюв. Довольно. Смотрите, у меня прекрасный павлин. Он довольный. Это же прекрасно. А я не доволен, что у меня такой. Подождите, нет, я еще не дорисовала хвост. А я не дорисовала. Оранжевое вот просто небо, вот здесь оранжевое так, солнце, да. Оранжевое море, идеально. Не мешай мне петь. Не, верблюд, у тебя что? Вот у меня оранжевый бейби шарк или бейби долфин. Готов. И кто тут мапка на районе? Витя, можно спросить, что ты делаешь? Ну вот, что у меня получилось. Я не хотела весь рисовать, потому что это было бы долго. Ну, конечно, украшения сами я делал не с помощью руки, просто... Не, ну с помощью руки рисовала, но... Не, ну губки у нее идеальные, и она заболела. Или заболела, я не знаю. Оказывается, девушка. Заболел, может быть. Я не знаю, кто это такой. Кто этот кость, чем его идет, я не знаю. Ну, если вот здесь вот обрезать, типа, контур, то это будет шикарно, это просто ну, если честно, то я не все фломастеры использовала, которые понадобились, которые я выбрала, Ну, а так прикольно получилось, я ожидала, чем хуже, но прикольно получилось. Приходим к моему рисунку. У меня получился, как вы думаете, кто? Павлин. У меня получился самый прекрасный павлин. Его надо занести в книгу рекордов Гиннесса. Вуаля! У него прекрасные синие тельцы, прекрасные хвост. Это и у тебя прекрасные пальцы. Да, у меня прекрасные черные пальцы. А вот твой прекрасный бейби шарк. Я не договорила вообще-то. Нет, тебе не говорили, что старших нельзя перебивать? Я а ты худ-то старше. Ты меня младше на 4,5 месяца, Мелюзга. Ха-ха-ха, на 3 месяца вообще-то. 4,5, посчитай. Май, как это же интересно. Не, май не считается. Так, я пойду пожру. Июнь, июль. Сейчас у нас второй раунд, и мы вытягиваем по 3 бумажки. И получается, мы создаем животного мутанта. Камса-3. Камса-3. 2. Я первый. Камса-3. Камса-3. Это, ты упал, это камень, как бы он может быть большим, может быть маленьким. Если ты не знаешь правила камса 3, то камень... он может быть и большим, и маленьким. Камень падает в колодец. Все, я первым вытягиваю. Один. Два. Три. Я вторая. Раз, два. Три. Миша, тебе даже предоставлен стаканчик. Спасибо. Давайте смотреть. Черепаха. Кот. Пенгвин. Кот. Тигр. Ничего. Кот. Ничего. Либо. Ничего. Ничего. Мусик. И ёж. Ёж, кот и ничего. Элефант. Так, я беру себе три бумажки.
Ничего. Это бонус, ничего. Я взяла себе три бумажки. А что три? По все три? Для будет тигра, мурс, черепах. А у меня будет кота. Кота ёж. Кота ёж. Мурзик, какой ты будешь? Раз. Два. Пенгвин, пенгвин, элефант, элефант. Мурзик, черепаха и тигр. Нет, дайте мне кросс. Оранжевый, дайте черный, дайте черный. Черный у меня, извини, я сейчас возьму улыбку, нарисую. Если вы видели прошлый челлендж, мы рисовали с Элистером, то вы видели уже Мурзика. Вот посмотрите, кто самый аккуратный человек в мире? Конечно же, я. Да. Ну, может быть, не всегда. Не все люди. А может быть, кто-то из нас тут иллюминат? Не, ну мы мутанты все. Мы все мутанты. Да, ты тоже мутант. Тигра половина нарисовала, что там у нас дальше? Мурзик, слава Мурзик. Это черепаха, тигр, Тимурзик. Ой, извините, это голова слона, это мой палец. Хвост рыбы и чешуя. Что ты там чешешь? Да, я рожу. Делай ежа, делай. Делай ежа. Делай ежа. А, и шерсть кота. Все. Шерсть кота. Я все сделала? А я нет. Итак, я нарисовала свой рисунок. Короче, здесь был тигр. Черепаха и мурзик. Короче, тигр у меня тут лапа его одна, и хвост одна. И хвост. И его пятая точка. И, короче, голова у него черепахи и панцирь есть. И тигр уши. И черепашьи ноги. Я не знаю, как рисовать. Я не знаю, как рисовать. Черепах. Нет. Не только. И самое прекрасное, это у нас Мурзик! С профессиональной шелсочкой. Видите фиолетовый? Я не знаю, почему фиолетовый. Не маленький. Хороший. Он, неправда, уже не живой. Из него достали все органы. Их продали. Скоро и наши продадут. Подушка обычная. Итак, приступаем к моему прекрасному рисунку. У меня была рыба, пенгвин и элефант. Но на английском? Нет, в русском, пожалуйста. Easy. Итого. Ой, она порвала. Итого, смотрите. Итого, у меня есть хвост рыбы, тело слона с чешуей рыбы. Это хобот. А это лапки пенгвина. Песня пенгвин, пенгвин. А я пока музыка рожу. Вот мой кот Ёж. Кот Ёж. У него шерсть кота. Можно. Это не дочь. Вот, как это называется? Иголки ежа. Вот, хвост кота. Лапы кота. Музыка. И нос ежа. Интересно, а с помощью чего же ты рисовал иголки? С помощью пальца, вот так вот. А как у тебя получился именно треугольник? Ну, сам треугольник. Потому что, вот, смотри. Все, музыка отдыхает. Так делай. А тут, вот с этой стороны, еще так. Если вам понравился этот челлендж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. И всем пока!